Кто Мы есть? есть. Чекаем. Пацаны, самое главное, блять, запомните, на вихре, на дыхании, когда на 5-секундном, только себя хилите, забывайте про все. Мисклик. Мисклик, даю отчет. Ну из черного пола выходите. Не выходят только те, кто знают, как сейф прожать и черную эту хуйню продолжать закрывать, то есть сверху. Друидов раскидалось еще по 5 пати. У нас спокойствие есть. Ну и на усмотрение на свое отдаем. Вот дыхание. Черного пола выпрыгиваем. Выпрыгиваем еще раз. Резу Юровиста. Сразу вставай. Дал лапку. Блять, лагает. Фулбаф паровисту, каску лапу. Клапу дал, пристабав дайте еще и каску. Вот дыхание еще захиливаемся. Хотя бы одно покровительство можно прокастовать в себя на сове. Не пренебрегайте этой хуйней. Так, идут мобы, не знаю в кого. Меня что ли? Нет, меня в другого кого-то. Ну, подальше от рейда отливай. Кто это? А, это новый шаман. Не беги, да не беги ты, ебаный в рот, об тебя их надо. Еру. Понятно. Ждрушник сдох. Так, с бубликов выходите. Значит, этот Вадикон резни ирдрушника злобного. Милики, залейте сферы в мелизоне. Блять, сука, спокойно. Долгим. Песа, выйди с бублика. Песа, ты в бублике, ты сдох из-за этого. Проклятие через секунду сейчас выносим. Выходим, выходим с них. Чтобы вас захилили. Все, готовься, скоро будет погружение, каст. Так. Дыхание. Этот. Давай на хп. А, ПС сдох. Добивай. Да, добьют уже. Это называется задавил. Это Биг Дэм за ДПСил, блядь. А сколько дал ДПС, мистер? Можете подсказать? 20к. 2408 и 70. Тебе не делали. Так, что это на про товары? Бигдам тебе не надо? Да я не знаю. Ну, можно, в принципе, покрутить. Это я про огнестрельное говорил. Так, усиление латы, чё, 320 урона. Что это за хуйня вообще? 320. Это нормальная чарка, считаю? Ну, просто каждую секунду 320 урона будет. Просто стабильно 1.5% каждый. 1.5-2% к ДПСу, короче. Шектор или холидринг нахуй. А, там еще вон Масхон. И вихрь. Ну и кому с вас отдавать? Ну кто мейн-то, ну давай. Вихрь, ты что, будешь крутить чарку искать? Так, вот давай вихрю дам. То пацан нихуя не лутает. Так, что это тут выпало? Лунный огонь. А, вот 30-кратное суммирование. У меня-то чарки есть, все нахуй. Я-то счастливый человек. Так у меня звездный, блядь, на штанах. Так. Злобный. 10 нажал. Давай ностальгия. Сову делаешь? Так, количество брони на 1000 повышает грудак. Танки. Так, Лингрен, Бурибай. Шектор 50 жмет. Ты что, танк собираешь или что? Ну, если никому не надо, я заберу. Че пропадать? Так, Лингрен... У меня 277 есть просто, я думаю, смысл менять. Ну, смотрите... Ну, у вас вроде тело овца идет, ну, там, да хоть чем. Ну, вот у меня офсет 277. Там как раз с меткостью у меня. Как? Я отказываюсь тогда. Отдавай другому. Лингрен отказался. Короче, Шектор тебе закинул, если надо, Бурибай отдашь. Молитва... Обращу. Молитва исцеления. На ДЦшника что-то выпало.
Пошли последний босс, самый простой. Наконец-то на сегодня закончим. Ну, этот был попроще вроде, чем первый-то. Ну, блядь, конечно, нахуй. Его шотнули этого босса. Его шотнули чисто из-за ДПСа. Так там немножко есть поиграть, механика интересная. В куполки в эти зайти. Нет, будь в эрдру. И кто там в хиле был, шаман 6-й хил, тоже останься в хиле. Все в хилах 6 останьтесь. Значит, по диспелу объясняю. Значит, 3 приста дают по одному разума с диспел. И не люблю дальше ротация щитков у тебя. Значит, и точечно помогают додиспеливать 3 ретрика. Точечно. Помогаете додиспеливать. Диспелить обязательно. То есть появился этот дебаф, сразу диспелим. Так, вот вам рыба. Потому что это большая дотка и там увеличится. Я не помню, там урон что ли увеличится от этой хуйни от молнии. Там шотнет потом. Механика очень простая. Отвернуться спиной к боссу. Выбежать с меткой к стенке. Ну, на край комнаты. Милики просто влево-право. РДД в угол влево-право. Либо к входу. Так. Все готовы? Даю отчет. Хилы, внимание, там вас 6 для того, чтобы если вдруг кто-то фирс ловит, его надо захиливать. 25 тысяч хила надо занести. Метки вышли. Берегите. Вернулись. Ностальгия, рейсфейс. Рейсфейс. Что сложного встать нахуй спиной? Спиной, блядь, встань и хиль. Ностальгию не захилили, блядь. 6 хилов, нахуя я вас 6 спекал? Чтобы вы не хилили людей? Или вы не видите дебаф? Не, ну понятно, просто у вас они вуду не нету. Они просто не видят, они да, не да, да, я знаю. Какого нахуй? Нет. Отвернулись. Кто словит фир, тут пидор. Седжу словил, захильте его. Это я. Зеленый. Да, но такая проблема, я в этом инсте путаю тактики между боссами, нахуй. Потому что не так дохуя сюда ходил. Ну, сейчас будете чаще ходить, будет получше. Вот Сезжу захилили, он живой. Ностальгию в чем была проблема 25 тысяч от хила дать? Дольше просто из-за этого бьем, блядь. 4, 2, 1. Метки. И отвернулись сразу. Вот 3 челика. 2 челика пэсы и... Фир 3 дотки, который тактику говорил, знает. А не отвернулся, блядь. Захильте его. Где он там? Он далеко где-то. Фир 3 дотки, нахуй. Надо право. Метки выносим. Отвернулись. О, никто не словил, да? Ну нахуй. Ну, анонс нормальный был. Эл, на ват, хуёво, она не читает. Да, ну я пидор просто. Да. Хуёво, анонши, блядь, вайпы рейли из-за этого. Начинайте сами просто думать, ну вам станет жить лег, отвернулись. Там же под боссом полоска такая с костом, вот мистер, ему похую. Он, блядь, хоть и говоришь, отвернулся, ему похуй, блядь. Захитил. Да, пиво на клавиатуру налил, наверное, блядь. Смотрит страхом в глаза просто. Я сейчас повернулся, это я, короче. Я понял, да. Как Биг Дэм, короче, блядь, выбежал, потом подбежал, блядь. Красавчик просто. Ну я реально выбежал. Не, может босса проведем, это, конечно, все интересно, блядь. Уже метки некуда выносить. Ну, например, вот отвернулись. Есть вот где луна стоит, ну, сова с звездопадом. Что там пропало, да. Вот оно же пропадает, есть куда выносить. Не, ну если прям печалитесь, что некуда вам вынести будет, танк провел.
Это, кстати, там призан это стояло, как она называется. Лужа. Краешек лужи. Отвернулись. Не зыбку дали. Если я вдруг где-то что-то ошибочно, ну не так дам, там ГП или еще что-то, есть видео будет на Ютубе, там возможность посмотреть, потом. Это на ура, ноги, блядь. Обжаловать. Сука, ура. Маговские. Или нет? Ноги, лок. А, локовские, ну-ну. Так, Big Dam тебе в подарок сегодня эту хуйню за ДПС. Я понимаю, блядь. Что это выпало? Это которое тебе надо, мистер Ричарка? А я сейчас смотрю, блять, это походу не та же самая. Не-не-не, мне не надо. Ноги надо, но Чарка такая же самая, лучше там отдать кому-то. Так. Некромантика, у тебя такой нету, да? А вторая Чарка у тебя есть? Вторая Чарка есть, мне ноги снижены. Я буду лутать другой, проклятие рок. То есть сейчас вот ты эту лутанешь, у тебя две Чарки будет, да? Ну да. У него такая же самая. А вторая у тебя... Ну, поэтому, ну, хоть он и новенький, но у него вообще нету чарки. Ну, смотри, это от некромантики же зависит. Он в геру пойдет, он в демон же. А, нет. Такая это там у него на тапках такая же чарка. Ну, не, смотри. Мы... Давай, еще раз. Тебе отдавать эту чарку? Ну, смотри сам. Новый лок тебе надо. Ну, у него ноль чарок, он пишет. Так, погоди. У тебя других шмоток нету, чтобы крутить? Нет, только стукну, который шалфир это вот купил. Ну, короче, смотри сам. Смотри сам. На все смотри. Ой, бля, я даже не знаю. Ну, некромантик типа апнут эти штаны. Это, я так понимаю, у него ступни и ноги, как у этих усов. Ну, у тебя крутить есть эти жетоны, короче, да? Покрутишь там что-то другое. Благодарю. Так, на Эрдру голова. Ну, там что там с скоростью. Давай я заберу, если прям не надо никому. Бля, грамотно. Чё-чё грамотно, Песа? Ты про чё? Ну, блядь, ностальжи врывается. Давай я заберу, если никому не надо. Ну, блядь, максимально, что грамотно. Так это реально никому не надо. Ну, я так понял, это тоже на медведя. Не, ну если здесь есть... Почему на медведя? Конечно. Ну, там... Ну, она на медведя кота, но рогу. Слушай, сама фотка... Она даже коту не... Там чарка нейтральная. Так там РПБ нет коту. А у Седжи есть? У Седжи есть пояс такой? Да, нет, ему тоже нахуй не надо, это only медведь, пацаны. Не-не, а, там... Скорость. Это биз для мутика. Там, во-первых... Ну да-да-да, поправочка, мутик, действительно, если он мутик, да. Ну тогда Седжу. Все-все, конечно. Так, и голова, что тут? Восполнение маны, блядь, я понял. Ебать, а что, две головы, а ты мне какую отдал? На какую-то хас, да. Обе бери, если никому не надо, забирай обе. Да. По выходным в одной, а будням в другой. Там злобно, если тебе надо какую-то из двух голов, то у ностальгии спрашиваем, туда вторую закину. Да, да, да я тебе любую отдам, братан, если надо, давай, скажи. Кто-то ливнул с рейда, я видел, да? Да, кто-то ливнул. Киса. А кто ливнул? А киса. А кто... Все, ребятки. А кто за дерево играет? Там вообще офсет какой идет? Ну, по ситуации все это. Смотря в актуале какие... это грудь шла у дерева офсетом. А здесь я не знаю, что.